Здравствуйте, уважаемый любитель ножей. Сегодня не буду много отвлекать вашего времени. Весна, у всех много дел, в том числе и у нас, и у вас. И хочу лишь напомнить, хотя еще до зверового сезона долго, хочу напомнить про ножи из стали 9HS. Ну, конечно же, это грибники. Вот один грибник 2 со стабилкой, с мельхиором. Толщина 2,4. И грибник накладной монтаж с карбоном. Вот я взял, как бы. Это те ножи, которые достаточно часто заказывают, скажем так. Просто часто. Я хочу напомнить, чтобы про них не забывали. Вот. Когда-то я говорил, снимал различные фильмы, там, мысли о стоимости ножей. Говорил, что из 9HS ножи дорогие получаются, а мы первые начали с ней работать. И, конечно, сразу же, немного погодя, коллеги по бизнесу начали делать ножи со следами ковки, вот такие похожие. Ну, не будем сейчас, да, были ли они 9HS, или это был 65G, или был ли U8. Но, наверное, что-то из этого было. И они, естественно, были по более низкой цене. Я скажу, у нас на эти ножи из 9HS спрос стабильный. Это самое у нас, вот, ножи из 9HS, это, скажем так, самое большое количество положительных отзывов. От охотников, конечно же. То есть это от охотников для забоя скотины, для обдирки, кому мы давали. И вот когда я им всегда говорю, я говорю, мужики, ну понятно все, ну вот вы сделали, ну, и были там разные комментарии, что я там жадный, еще что-то. Я вам так отвечу на вопрос. Вот финка. Сталь H12MF. Данная финка 2,5. Из Дамаска такая же финка. 2000. Есть у нас ножи и за 1000 рублей. Да, эти ножи дорогие, но они того стоят. Я вас не уговариваю, я просто констатирую факт. И вот я к чему это показываю? То, что вот, скажем так, ну, не конкуренты, это неправильно, коллеги, да, ножевики, они всегда, вот у них аргумент был такой, что когда им говорят, а вот в русском Булате там есть такой-то нож, они говорят, ну в русском Булате же дорого, они, у них же дорого. Ну да, дорого, но потому что у нас Elmax, это не просто надпись Elmax, это Elmax. 9HS, это не просто ручная ковка, кабы чего оттянут, это 9HS, ну да. Но мы дешево умеем делать, пожалуйста, вот дешево. И по 1000 рублей есть, и по 2000. Вот этот вот нож. И вот я могу сказать, что скоро коллегам было хорошо работать, торговать и рассказывать, что якобы русский Булат самый дорогой. Ну, посмотрим. Посмотрим. То есть у нас только начало, у нас еще есть некоторые задумки. Вот по этим ножам. Когда вот такой нож стоит 2-2,5 тысячи рублей, ну, его уже сложно назвать дорогим. А есть у нас и за 1000 рублей. Я показывал в прошлом видео. Вот сами, наверное, ну, подумайте. То есть, все-таки мы как бы
жадные? Или просто у нас все-таки там правильное ценообразование? Даже не то, что правильное ценообразование, а материал соответствует материалу. Вот я о чем говорю. Когда работаешь с 9HS, когда куются 9HS, это я всегда говорил, ее нельзя просматривать. Ее чуть-чуть просмотрел, пошли микротрещины. В отличие от 9HS, остальные стали, например, там 65G, либо U8, куются с закрытыми глазами. Вот. И когда 9HS куют, особенно когда первый раз куют, да и в процессе чуть отвлекся, она пошла микротрещинами. Лишний удар по холодной. А ковать 9HS, чтобы она хорошо резала, нужно на остывающей заготовке. Это тоже мало кто знает. Потом мы куем из прутка. Мы сначала плющим пруток и потом уже вытягиваем вручную. Это тоже дает определенное перемешивание, определенное уплотнение. Ну, в общем, не буду я вам долго это все рассказывать, но вот это я для чего взял, чтобы понимать. Вот. Прекрасный нож. Дешево. Вот. Ну, дорого. Вот как-то так. Так что для мяса, для разделки мяса, для охоты, просто для души, берем 9HS. Не забываем, раз она есть. Ну, я вот хочу сказать, практически не проходит дня, чтобы не заказали нож из 9HS. Несмотря на цену. Это вот, за это, конечно, вам всем огромное спасибо. И уже вот столько лет мы ее производим. Отзывы можно пересчитать на пальцах одной руки. Я не знаю, там, 5. Вот один мужик, я не знаю, что с ним тогда, попал ему то ли ножик. Он постоянно где-то все в Ютубе комментируется, что я ему сказал, что это Мерседес, а это, оказывается, не Мерседес. Ну, я не знаю, либо он тролль дешевый, либо криворукий, либо я действительно что-то не так сделал, ну, попал ему плохой, потому что, ну, может, я виноват. Но говорить, что 9HS сталь плохая и ножи ручной ковки из 9HS не режут, они практически на охоте аналогов не имеют. Не верите, спросите охотников. Одно дело, еще раз говорю, делать ножи там для реза того же каната. Другое дело, тестировать их на мясе и в реальных условиях. Это разница. Всего доброго. До свидания.